Череда пожаров автомобилей в регионе продолжается. За сутки в Иркутской области сгорели еще 3 машины. 2 из них братские. На данный момент основной версией возгорания является поджог. Пожар начался сегодня ночью во дворе жилого дома. С горящей машины огонь перекинулся на припаркованную рядом легковушку. В результате один из автомобилей восстановлению не подлежит. Примерно в это же время в поселке Плишкино Иркутского района загорелся КАМАЗ. На момент прибытия пожара в грузовике почти полностью выгорел моторный отсек. И вновь не исключена версия поджога. За последнюю неделю только в Иркутске сгорели 6 автомобилей. Всего же с начала года огонь уничтожил более 70 машин.